Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. Небольшой такой отчетец я решил записать за этот день, за 7 число, за 7 июля. Смотрите, общая команда 22 человека, заработано в принципе пока не так много, но и вложено не так много. То есть здесь было у меня вложено, ну, вот такая вот сумма, 0,1 этериума. То есть 0,1 этериума я пригласил 4 человека, они мне эти деньги вернулись. А партнерский доход, ну вот это можно уже считать какой-то своей прибылью, $42.45. Общая команда 22 человека, и команда прибавляется. То есть пока вы ждете, пока вы решаете, пока вы думаете, время уходит. И что хочу показать, что у меня уровень бронза, и у меня уже с 4 уровня начинают идти вот эти денежки, вот эти вот переливы. Это уже переливы от команды, то есть команда потихонечку начинает расти, и вот они денежки. Поэтому, если кто-то еще думает, если еще кто-то решается, если кто-то еще думает, что это не работает, вот посмотрите, ну это первый уровень, это понятно, что я это здесь пригласил, этих первых трех людей, и эти люди уже, вот у меня один человек в бронзу ушел, буквально три человека пригласил за сегодняшний день, у него пять человек на данный момент в команде на уровне втором. Что самое главное, если вы сейчас зарегистрируетесь, возможно, вы попадете ко мне во второй уровень, потому что 8 человек, должно быть 9. На третьем уровне у меня уже 9 человек, соответственно, здесь команда растет, у меня начал расти четвертый уровень, то есть вот люди прибавляются, и все здесь это работает. Поэтому, ребят, ссылка будет под этим видео, можете думать, можете решать. Но я думаю, стоит найти возможность вот такую, завести кошелек MetaMask, пополнить его на 0,1 Ethereum и уже начать получать деньги хотя бы с переливов. А потом войдете во вкус и начнете приглашать. Всем на этом доброго вечера и пока-пока.